Меня зовут Дмитрий Муравьев, я из Казахстана, из города Усть-Каменогорск. Кислоту пропустить, которая со вчерашнего дня была. Самое главное, чтобы мышцы теплые были перед стартом, чтобы сразу обработаться, можно было с нормальной скоростью ехать. Даже несмотря на то, что для меня это сегодня не очень важно, все равно. Микьяма Дмитрий Муравьев, Сонода, Казахстан, Дачита, Усть-Каменогорск. Ну, не то, что я первый, нужно войти в лимит. Чтобы войти в лимит, нужно ехать со средней скоростью 42-43 км в час. Чтобы ехать с такой скоростью, нужно со старта уже рассчитывать свои силы, скорость. Поэтому сейчас нужно размяться, немножко разогреть мышцы и уже ехать. Je m'appelle Dimitri Muravyev, je suis du Kazakhstan, de cité Oust-Kaminagorsk. Убираешься 250 метров, где гонщик проезжает. Так, иго, там да. Откуда там? Здравствуйте, тоже надо говорить? Или просто? Бонжур. Не, обязательно говорить? Или просто меня зовут? А, меня зовут Луч. Машина. My name is Dmitry Muravyev. I'm from Kazakhstan, from city Ust-Kaminogorsk.